Всем привет, чувачки, с вами MilSkell. И сегодня у нас реакция лайк. Давно не было лайка. Мы давно не заходили в это приложение. Я в целом думал, что я его уже удалил. Но многие писали в комментариях, чтобы я снял видос про лайк. Поэтому сегодня у нас реакция на лайк. С вас лайк. Подписка, если еще вдруг не подписан. И погнали. Скучали, скажите честно, скучали. Я скучал. У меня ощущение, что я вообще забыл, что такое лайк. Что там вообще снимают? Мне интересно, потому что, насколько я знаю, TikTok в России заблокировали. По идее, все перешли в лайк, потому что китайское приложение. И получается, что все тиктокеры теперь должны перейти в лайк? Или что у вас там вообще? Поэтому, по идее, лайк должен стать намного качественнее, чем он был. Мне тут, кстати, первое же видео. Стучи по яйцу. Качественный контент. А что, реально стучать надо? Не понял. Это байт. Ну что, ребята, поехали. Год назад. Кстати, я эту девочку знаю, она очень давно снимает. Как она так быстро сменилась? Это что? Как вы так меняетесь вообще? Сейчас я хочу вам напомнить, кто это. Вы помните эту девочку? Если не ошибаюсь, у нее еще проблема была с тем, что она очень худая. Да, это она. Она очень была худая, это она прям такая странная была. Просто посмотрите, какая она крошиха стала! Это просто отвал башки! Выросла. Капец просто. Пока что лайк уже приятно удивляет. Так, лайфхаки я не люблю смотреть. А ты такой, а такая люблю смотреть. Она такая странная, всегда крутая. Ков кроватку. Малыш, тебе сколько лет? Опа-на, опа-на, лайк. Малыш, тебе сколько лет? Все такие смешные. Лайк взрослеет. Я до конца думал, что это будет мужик. Теперь я знаю. Реально, тиктокеры теперь перешли просто в лайк. Ясно, реально, все тиктокеры теперь в лайке тусуются. Все. Снимать в лайк, потому что хочешь. Снимать в лайк, потому что это эстетика. Я не знаю, я от Степана очень скринжевать начал. Как началась война, он там такую херню унес, боже. Я не знаю, что с ним случилось, но что-то он фриковатый стал. Очень сильно еще в лайки начал снимать. Ну, Милана... Так, руки встала, я всего лишь сколько там... Она взрослеет, все, у меня в голове не укладывается, когда дети взрослеют, ты их наблюдаешь, особенно в соцсетях, это как Мистер Макс и Мисс Кэти. Они такие маленькие-маленькие там потом... Майнкрафт топ, а Роблокс какашка. Это все, типа, это конец видео. Я ждал какую-то кульминацию, не знаю, там, лайк. Ну я же не виновата, что тебе не хватает денежек на простой Дольче Милк. Мне плохо, ребята, мне очень плохо. Да ты жирная малолетка. Дольче Шрилк. Это не эстетика, типа, да, ты крутышка, да? Что за странный просто вопрос? Почему придирается к Дольче Милке? До сих пор не понимаю. Почему так сильно просто ненавидит Дольче Милк? Что случилось? Я это называю Дольче Шрилк. Школьники как-то веселятся по-своему, прям вообще очень странно. Это как раньше, типа, Бравл Стар засирали, теперь Дольче Шрилк. В мое время Майнкрафт засирали, все, кто играл в Майнкрафт. Школьники! В доту играли все. Балдеть, не малолетки! Во что, ребята, они будут играть все равно? Тупые малолетки, все тупые, все тупые! Начинает раздражать, как ты взрослеешь. Типа, всегда, что не играешь, ты... Тупой! Погнали дальше. Я, вот мне 10 лет, я парю, пью, учусь ужасно. Что пошло не так? Когда это стало нормально и когда это стало типа круто? Я, кстати, так же фоткаюсь. А, это же рофл, стоп! Дед ничего вообще не понимает. Типа, я никогда не окунусь в эту пропасть. Я никогда не буду пить, я никогда не буду курить. Все правильно, молодец. Мистер Макс. Чем мне нравится лайк, тут рандомные дети просто какую-то фигню творят. Пойти в лайк, потому что захотел. Так как другое приложение закрыли, я так и знал. Реально, у меня ощущение, что все тиктокеры просто свалили и все. Теперь лайк реально процветающее приложение. Что нужно было сделать, чтобы лайк начал процветать, чтобы там появился нормальный контент? Правильно. Заблокировать все другие приложения. Кстати, если вы хотите, чтобы я еще снимал лайк реакции, давайте под этим роликом наберем 70 тысяч пальцев вверх. И если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Я даю вам на это 5 секунд. Раз, два, три.
три, четыре, пять. Я надеюсь, ты подписался, потому что мы должны набрать 3 миллиона. Там совсем-совсем чуть-чуть осталось. Совсем скоро будет 3 миллиона. Я уверен, до 3 миллионов мы дойдем. Так что подписывайся. Теперь я видел все. Кто сделал вообще тверкающего кактуса? Спайк, все хорошо с тобой? Я никогда не ходила в художку, но умею вот так. Ну, мило. Видно, что не ходила в художку. Ну, мило. Интересно, какая я буду через 4 года? Ну, наверное, когда ты мелкий, ты по-другому себя ассоциируешь. Типа, там каждый год, на самом деле, за 5 по ощущениям. Типа, ты такой взрослый, ты капец как повзрослял. Для меня, как бы, человек вообще не поменялся, он одинаковый. Боже, ты шикарный по-любому, 11-13. Даже на фотке лица не видно. Странные тренды, лайки. Я постоянно просто сейчас вижу, я листаю вот видосы, и они одинаковые буквально. Тебе по-любому 11-12 лет. Чел, кто-то да ей 100% 14-16, а ей сейчас окажется 12, да? Сейчас ей 12. Не понял! Неожиданно. Что? 38? Не верю. 38 лет? Тебе, наверное, 4-5-6 лет в садик ходишь? Или в первый класс? Так это что-то новенькое, прям слишком мало. Нет, мне 2. Я ничего не понимаю просто. Это очень странный тренд, я даже не понимаю смысла. Просто потом выложить свою фотку, а до этого написать что угодно. Тебе, наверное, 7-9 лет? Ты ходишь в первый класс, да? Я просто внимательно посмотрел видео и все. Она просто очень странная. Давайте дальше. Она такая бабушка, наверное, лет 12-14. Почему у меня тренды только в этом? Да почему просто? У меня 3 видоса подряд. Блин, нет, 12 лет. Вот такие видосы мне больше нравятся. Вот это то, что я ищу, то, что мне нравится. Пацан выглядит как что-то между 5 лет и 40. Это очень странно выглядит. Что за лицо? Почему так? Как будто ему лет 40, и батя какой-то маленький. Хасбик? Мне говорят 10-12, а мне на самом деле 2 года. Да, я так выгляжу в 2 года. Просто одинаковые видосы. В 2020-м говорит, что у меня никогда не будет детей. Угадайте, какого я года? 2012 или 2013? Я в 2016 школу закончил. Ты топ, тебе 16-20 лет! Мы не делаем! Я просто в один год сломал себе голос! Это очень странно, что так много видосов таких вон. Такие видосы классные. Ой, классные! Эх, подпишусь на тебя! Хорошо, ты заводила! Че сейчас снимаешь такое интересное? Хороший пацан, я не стою, там ни в один бит не попал. Ну, слушайте, улыбается так красиво, мне нравится. А вот мамка за портфель по жопе даст. Хорош просто танцор, заводила! Хорош пацан, мой новый любимчик. Боже, я бы подумал, это очень странный вейп, если бы не знал, что это такое. Я один раз заболел и дышал там разными лекарствами через эту штуку, но выглядит как будто вейп. А интересно, в комментариях кто-то пишет вейп? Зачем ты куришь? Что хорошего в том, что ты паришь? Париж! А сколько тебе лет? 7? И мне мама разрешает парить лекарствами. Это ингалятор, если не ошибаюсь. Я забыл, как называется. Полностью аппарат? Ну, типа он ингалятор. Пойми, это выглядит глупо. Ты умрешь, если не будешь парить эти лекарства. Пойми, это выглядит глупо. Какой вкус? Мой мир, мой мир. Насколько тяжек.
Что за кринж семилетка? Это вот к слову о том, что дети всегда ненавидят других детей просто из-за того, что они дети. Я не понимаю, почему они постоянно какую-то херню несут и обзывают друг друга. Ну, типа, как будто от этого не избавиться, да? Пудж, просто оскорбление, тупо. Девочка, знаешь, записала видос, такой вроде бы миленький, ну да, она там, типа, показывает, что ингалятор у нее во рту. Да, хорошо, решила записать во время этого видос. Но ее просто оскорбляют в комментариях ни за что. А прикиньте, тут Милс, что? А вот это вообще, вот это неожиданно. Я каждый раз так офигеваю с таких комментариев. А прикиньте, тут Милс Келл увидит. Капец, она изменилась. 8 лет, то есть сейчас и... Чего? Это не норма. Это ваше мнение, но я считаю, это вполне нормально. Правильно, это в целом-то нормально, но офигеть. Просто офигеть. Как макияж просто меняет людей. Это просто... Я в шоке. Серега 76. Давайте для родителей другое приложение какое-нибудь создадим, чтобы это не было каждый раз так неожиданно. Все не вечно, все не важно, я умру свободным, я не вижу лица, я же твое нутро, среди него мне не нравится ничего. Я не понимаю, почему, но мне это видео чем-то понравилось. Он такой милый, что в комментариях пишет. Какая же ты малолетка, тебе 4? Ты ведешь себя как маленькая 6-5-летка. Я в свой 9 лет уже помогала маме. Тут даже придрались. Девочка просто миленькая взяла, потанцевала. Это так прикольно, на самом деле. Это было очень мило, это было красиво. Придрались все равно. Малолетка, милашка. Ну тут хотя бы есть какие-то хорошие комментарии. Ну так много просто ненависти. Почему? Почему? Она такая миленькая, она так миленько подвигалась. Так прикольно. Мы себя как будто прогуляли школу. Эй, скейтер, мальчик, летит. Это такое милое видео, я не знаю почему. Это такое милое, красивое видео. Это так круто, когда классные миленькие видосы есть, это классно. А вот это уже очень странно просто. Нет, понимаете контраст лайка? Вот почему меня очень сильно звучат лайк. Что за странный алгоритм? Мне показывают очень милое видео. Ну да, тут Роблокс какой-то. А потом вот это вот. Жена таджика. Такое психику ломает. Я подумал, это Женя, я уже испугался. Я не сомневаюсь, это кто я есть. Не хочу услышать, что мне сегодня съесть. Меня считают зайкой, но на самом деле тварь. Как ты там, Тейлор? И все, хватит. Мне на самом деле все больше и больше страшно просто от Тейлора. Он такой смешной, он позитивный, но мне страшно. Ты такая красивая, наверное, тебе 20-30 лет. Для меня очень странный этот тренд, честно. Я не понимаю, это как-то поднять самооценку или что, почему? Мне кажется, Мэйби Бэйби написала эту песню специально для таких видосов, когда просто фотки меняются. Она идеально почему-то подходит. Я просто залипаю. Бабушка, да заводная! Милое видео и ковер классный, как у моей бабушки, тоже такой же ковер. Хэштег танцы. Песни просто хорошие. Я думал, такие песни уже вымерли. Типа в моей молодости не казались, типа, молодости, боже. Когда мне лет 10 было, они уже были кринжовыми. Типа, откуда они вообще появились опять? Даже если ты поправишься, все равно мне будешь нравиться. Это те, что постоянно жрут. Даже если наберешь пару лишних килограмм, я тебя все... Хера себе, они поправились просто. Он смотрит и в камеру, и на нее. Я помню, что-то над ним угорали. Это так смешно, типа он приглядывает за всем, что движется. Как стать крутой материшкой, а ишку сильно одевайся, общайся с элитой школы, имей парня, слушай инстасамку. А, то есть это без рофла, это просто такой видос. Я подумал, рофл какой-то. Имей парня. Да, если почитать по-другому, это... Та самая Даша из 1Ы. Боярышник Форте Эвалар – надежный друг вашего сердца. Усиленный калием и магнием, он надолго сохранит здоровье так. Вашего сердца. Боярышник Форте от компании Эвалар.
На этом, наверное, на сегодня хватит. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Если вы хотите еще лайк, обязательно ставьте лайки, потому что 70 тысяч пальцев вверх выходит новый лайк. А с вами был MealsKel. Пишите в комментариях, может что-нибудь там интересненькое, какие-то профили посмотреть. Ну и всем удачки, и всем пока. Пока-пока. Пока.